Уже несколько месяцев субподрядчики, выполняющие заказы компании «Консорциум Искеры» и оказывающие различные услуги, действующие на территории Бурлинского района, не могут получить соответствующие средства. Представители 8 компаний, собравшихся в Акимате Аксай, принял руководитель районного отдела занятости и социальных программ. Уже несколько месяцев им не переводят средства за выполненный объем работ. Руководство ТО «Консорциум Искер» не приняло во внимание наше обращение. «Мы уже много месяцев не можем платить работникам», — говорят они. Глава отдела отметила, что ей известно об этом. Вопрос обсуждался на заседании трехсторонней комиссии. Некоторым компаниям была возвращена часть задолженности. В любом случае, мы рассмотрим пути решения актуальной проблемы, — заверила она. Сегодня у нас поступило обращение от 8 компаний, являющихся подрядными компаниями, значит, ТО «Эскер», в свою очередь, которая является подрядной компанией КПО «БиВи», о том, что ТО «Эскер» не выплачивает, значит, не исполняет свои договорные обязательства и не выплачивает задолженность. Сумма задолженности сложилась перед местными 8 компаниями более 1 миллиарда тенге. Хотелось бы отметить, что подобные вопросы будут рассмотрены на заседании районных трехсторонних комиссий по социальному партнерству. По словам собравшихся, около 30 компаний-подрядчиков не имеют возможности получить соответствующие средства от упомянутого ТО. Они оказывают должнику различные виды услуг. На сегодняшний день у ТО «Искер» имеется миллиардная задолженность перед всеми подрядчиками, которые непосредственно ими не выплачиваются на протяжении 7 месяцев. Неоднократные наши заявления, просьбы о выплате задолженности со стороны консорциума «Искер» остались безрезультатны. Они на сегодняшний день вообще нам ничего не отвечают. Мы пришли сегодня с просьбой вмешаться представители аппарата Акима в связи с тем, что считаем, что данный вопрос нужно решать уже на местном уровне. По данному вопросу будет проведено совещание с участием акима района, руководства указанного ТО и подрядных организаций. Екатерина Шмидт, Марат Джумагалиев, Саид Самигула, Акжаик, Акпарат.